Скажите, вот сегодня принимает участие, можно сказать, во всероссийском субботнике Ростерминал Уголь. Скажите, сколько вообще работников изъявило желание? Работников сейчас на данный момент присутствуют те, кто не заняты на основном производстве. Это около 30 человек. Мы ежегодно принимаем участие в таком субботнике. И не только весной, и летом выходим на берег Финского залива, где находится наш терминал, и убираем мусор, который у нас появляется после зимы и оставляется не сознательными гражданами. Вы в прошлом году тоже здесь убирали? Да, здесь убирали. А вот скажите, вот по вашему мнению, как можно столько мусора вот собрать? Я удивляюсь, как можно вообще выбрасывать мусор на природе, потому что мы живем все на планете Земля и все переживаем за экологию. Вот. А как это можно сделать за год, вот мне непонятно, как человеку, живущему на этой земле, в этом городе, который хочет чистоту в городе. Поэтому вот не могу ответить за тех, кто это делает. Я бы пожелала тем людям, за которым мы сейчас убираем, чтобы они все-таки захотели сами приезжать на чистое, там, где они отдыхали первый раз, и второй раз приезжая туда, чтобы там же было так же хорошо, чисто, чтобы они то, что привезли с собой, по возможности забрали за собой. Что бы вы пожелали тем людям, после которых вот сейчас все люди эти убирают? Быть ответственными людьми и не мусорить, потому что природа – наш общий дом, хоть это и общие формулировки, но это действительно так. И потом приятно гулять там, где чисто.